Ивановские ушуисты еще раз подтвердили звание самых лучших. На первенстве ЦФО, проходившем в Воронеже, нашим спортсменам удалось обойти конкурентов из Воронежской, Липецкой, Московской и других областей. Команда участвовала в двух видах ушу. В спортивном ушу-таолу равных нашей команде не было. В традиционном виде ушу удалось занять только вторую строчку в турнирной таблице. Тренер ивановских спортсменов Александр Сутармин воспитанниками гордится. Да, результат хороший. Я бы сказал, и еще раз подтвердился у нас результат Коли Таланова, который через 3 недели поедет на первенство Европы в Румынию. Он там занял на ЦФО все первые места во всех направлениях.